Всем привет, с вами Латкор. И вот сзади меня куча гитар. Это у нас сегодня распаковка. У меня вот уже в руках нож есть. Это у нас спектр. Спектр — это басы. Те, кто спрашивал, о, будет ли вообще распаковка басов, вот, пожалуйста, можете ее посмотреть. Я думаю, что больше, чем вот, мы получили. Никто, наверное, не распечатывал даже в Европе подобного. Разве что на заводе. Вот. А еще почему-то мне никогда непонятно было, почему здесь написано «Made from New York», а не «Made in New York». Хотя эти басы не сделаны в Нью-Йорке. Это евросерия. Это все сделано в Чехии. Оттуда, в общем-то, и доставлено вот буквально пару часов назад. Вот. Я не буду рассказывать очень много о фирме Spector, но Евро — одни из самых продаваемых басов. И пока буду распечатывать, вот вам скажу, кто у нас их покупал, кто заказывал. Вот этот вот конкретно заказ мы сделали в 2021 году во время ковида, и нам пообещали, как обычно, сроки полгода у Spector. Но, как видите, прошло 2 года, и вот только мы их сейчас получили. Так, ну что, погнали. Это все евро. Это все евро. Тут ни одного шестиструнного нет. У нас есть последний шестиструнный на сайте. Вот. Он остался в таком прозрачном сером, прозрачном черном цвете. А это все 4- и 5-струнные евросерии. Вот здесь наклеечки есть. Я сейчас покажу. Вот здесь на них отмечено название. Поэтому я буду смотреть сюда и называть вам там и серийный номер на наклеечке, так проще их искать. Значит, это Евро 4 LT Руди Сарзо Скарлет Ред. Это сигнатура. Погнали. Интересно вообще, что тут. Конечно, я заказывал, когда был очень большой спрос на эти басы, и просил Spector нам отправлять по мере готовности. Но хрен там, никто нам по мере готовности ничего не отправлял. А вот отгрузили прямо сейчас и целых 10 басов. И это прям очень много. Басы запечатаны очень хорошо. У них есть вот сверху и снизу вот такая вот штука снизу. Тык. Сюда прям бас дека укладывается, и сверху гриф. Там, где гриф, там тоже классно, кстати, сделано. Я сейчас покажу. Вот прям понятно. Сюда прям гриф вот так одевается. Все доходит идеально. Так, все, на этом мы не акцентируем внимание. Все басы евро идут вот таких вот фирменных мягких кофрах. Вот, ну и что? Так, вроде целое, погнали. Погнали смотреть, рассматривать. Я ставлю вот так на стоечку басульку. Вот. Такой вот замечательный бас. Спектр — это 4-струнный. Красненький. Так, что у нас тут есть? Это у нас... О, пушпульчик. Здесь пык. Слышно. Переключение. Честно говоря, рассказать... Вот здесь фишмановские звукосниматели. Это большая редкость, кстати. Честно рассказать вам, вот я даже и не помню все спецификации. Я добавлю их на сайт, все басы. И потом вы почитаете все. А кто хочет, не хочет, вернее, дожидаться, пока мы их добавим на сайт, тот может сам посмотреть. Вот такой вот красивый бас. Вот здесь вот написано Made in Czech Republic EU. Это серийный номер, это Руди Сарзо Signature. Вот. Кстати, тонкий гриф и бас довольно легкий. Прям вообще очень... Классненький. Мне нравится, что у Spector есть определенная форма, если вы посмотрите, она вот так вот выглядит, как будто его так выгнули. По-моему, есть такая штука только у Spector. Вот. Других фирм я не знаю. Вы уж меня извините, я буду сразу запечатывать, иначе у нас просто не хватит места. Но я постараюсь делать это быстро. Я постараюсь это делать быстро и сразу рассказывать. Значит, что у нас? Spector делается не только в Евросоюзе, то есть не только в Чехии. Также есть серия
американские. Но американские в основном, не в основном, это Custom Shop. То есть там есть какая-то определенная базовая модель. И на основе ее вы можете выбрать дерево или что-то еще. Кто не знает вдруг, что за компания Spector, так вот, я думаю, все знают, что за группа Metallica, да? И Metallica, в общем-то, записывала Black Album, по-моему, на как раз Spector, Spector NS2. Вот, кто знает, лайк. Кто не знает, почитайте или поправьте меня. Ну, по-моему, Black Album записывался на нем. Классные басы. Вот, и есть еще, Metallica писала на четырехструннике, NS2, о, блин, NS2 это четырехструнник, а есть пяти. Так вот, кроме евросерии, хоба, о, фиолетовый, есть еще американская, и у нас есть аж три баса, которые мы заказывали, они на сайте есть, можете посмотреть, это... Американцы, они очень дорого стоят. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас Бартолини, кстати, они сейчас редко ставятся. Бартолини очень крутые звукосниматели. Рекомендую. Кстати, очень красивый топ фиолетовый. Так, тут у нас отсечек нет никаких. А, и тут, как видите, 5 струн. 5 струн, а пока Яна снимает, что это? Евросерия Designed in New York, Handcrafted in Europe. Я скажу вам, Евро 5LT, Violet Fade называется этот цвет. Вот, очень красивый, фиолетовый, у меня даже никогда таких не было басов. Ну, опять-таки, да, вот, изгиб. Так, погнали дальше. Американские. Американские стоят, бляха, от $5000 и выше. Поэтому, да, не каждый может себе позволить. Но, в принципе, все желающие могут найти на ревербе. На ревербе есть, иногда встречается бэушка. Очень по хорошим ценам. Или на eBay старая, вот те старые спектры, те же NS2. Они, в принципе, стоят иногда адекватных денег. Вот. Так. Третий написано Евро 5 RS Siena Stein. Siena Stein. Так, я помню, мне спрашивали про этот бас. Сколько он стоит? А я не помню, сколько он стоит. Стоимость евро басов составляет в среднем от 2 до 10 тысяч долларов. Ой, до 10, господи, евро до 4. До 10 это американцы. Ну и это не все. Spector представили корейские и китайские еще у себя басы, но они редко у нас бывают в наличии, вернее, они, возможно, даже под заказ. Красивый, кстати, это матовая сатин. Это не стейн, наверное, а сатин там. Видно, как гриф идет сквозь корпус. Вот. Красивый бас. Пятиструнник, кстати. Тоже пятиструнник. В общем, Spector басы в первую очередь сделанные, наверное, я бы сказал, для металла. Вот. Хотя на них не только играют металл. Должен вам сказать, что мы занимаемся ими уже 5 лет, если мне не ошибает память. И они... Их заказывали у нас и ждали. Вот, ждали заказ. Группа Hardkiss. Ребята. Они ждали и забрали прямо. Прямо забрали из Чехии. У них был концерт, и мы организовали им. Помогли. Забор. Не помню, правда. Не. У нас друг в Чехии, он им отдал, в общем. Они еще дали даже билет на концерт. Погнали дальше. Четвертый.
Да, да, это будет длинная распаковка. Это будет длинная распаковка. Так что, кстати, я не посмотрел. Евро 4 LT Blue Fade. Blue Fade. Давайте я чуть ускорюсь. А то у нас сядет аккумулятор. Не буду сильно затягивать. Вот так. Вот хардкисс они играют, ну, относительно, скажем, тяжелую музыку. Но есть ребята, которые у нас заказывали спектр, они как раз играют тяжелую музыку. Nocturnal Mortum из Харькова, Блэкеры, вот и у них такой же, в общем, бас. Пятиструнник, правда, мы еще дойдем, они есть. Вот это там одна модель самая продаваемая была. Я ее позже покажу. И у нас теперь их аж две в наличии. Обычно их ждали под заказ. Вот тоже дизайн это Нью-Йорк. Так, синий бас. Синий бас. Вообще, я бы сказал, знаете, сколько я копался в разных гитарах и цветах. По-моему, в моду на вот такие вот всякие синие цвета сделали PRS. И все начали у них нещадно как бы воровать эти идеи. Делать синие басы, синие гитары, фиолетовые всякие. Все возможное. Так. Оба. Так, мы приближаемся к половине нашей распаковки. Евро 4 LX Doug Wimbish Ember. Тоже сигнатура. Так, сигнатура. Давайте чуть быстрее, чтобы мы хотя бы в полчаса уложились. А лучше уложиться в 20 минут, потому что... Осталось 8. Осталось 8 минут. Все, посмотрите. Ладно, давайте. Я понял, я ускорюсь. Так, о, это прям квилт. Нифига себе. Квилтоп. Как пресс, кстати, звукосниматели. Так. Очень тонкий гриф, господа. Прям очень тонкий. Узкий, вернее, не тонкий, а узкий. Я даже первый раз такой вижу. Doug Wimbish. Made in Czech Republic. Гриф сквозь корпус. Но у них есть, кстати, и болчонки. И, по-моему, болчонки приехали. Подождите. Мы все, что распечатали, были болчонные грифы или нет? Яна? Не помнит? Ладно. Яна не помнит. Так. Ну что? Давай, залазь. Так, побежали дальше. Побежали. Так, болт. Болт 5. Табака СБ, наверное, Sunburst. Что-то классическое сейчас будет. Чуть-чуть недораскрыл. Сейчас что-то будет классическое. Каждый, конечно, бас спектр. Он уникален, опять-таки, за счет топа своего. И вообще у нас тут по одному, но пятиструнников серых будет два. Я думаю, вы их увидите. Ух ты! Нифига себе, вот такая штука красивая. Так, ставлю. Кстати, обратите внимание, почти везде разные звукосниматели. Здесь агиляры стоят. Они делают очень-очень-очень крутые басовые усилители, преампы и звукосниматели, в общем-то. Классная фирма. Были. Уже были, да? А, окей, я не сказал, значит. Матовый гриф. Handcrafted in Europe. Блин, классный бас. Походу это запеченный клен, а похож на палисандр. Да. Ладно, поехали дальше. Нет времени объяснять.
Нет времени объяснять, садится батарея. Так. Осталось 4 баса всего. У нас на сайте, кстати, это не все спектры. У нас еще остались Яна Хилла, 4-струнный лимитированный, юбилейный. Он, кстати, на супер сейчас распродаже. Там, так что, кто хочет приобрести, самое время. Он стоит, я вчера цены еще раз спустил, он стоит $2080. И вы такой цены не найдете нигде, и это новый бас. Еще у нас несколько моделей есть, они на сайте, можете поставить галочку в Украине «Спектр» и увидите, какие есть. А, кстати, я не посмотрел, что это. Евро 5, ага, вот. Это, по-моему, один из самых продаваемых басов. Нам их должно 2 приехать, и мы оба все достанем. Да, вот. Вот этот вот бас у «Хардкис», такой же абсолютно. И... у Nocturnal Mortum. И еще многих, на самом деле, мы их штук 5, наверное, за последние года 3-4 продали. И каждый раз мы их ждали, блин, год-полтора. А сейчас, ребята, они, можно сказать, впервые в наличии. В свободном доступе, и ждать полтора года не надо. Вот. Вот ничего лишнего, просто серый, красивый бас. Transparent Black или что-то такое называется цвет. Вот. Классный. Классный бас. Кроме евро, как я уже сказал, есть Корея, Китай. Есть, и они там, кстати, прикольные басы. Посмотрите, может, кому-то нужно, то мы можем делать под заказ. В наличие планировать не собираюсь, меня там спрашивали пару раз, я в наличие брать не буду. Спектр и евро, они просто очень-очень качественные сборки, я бы сказал, на уровне США. Или даже местами они будут лучше за счет цены, потому что цена в 2-3 раза дешевле. У нас 3 баса осталось. Так, евро 5, о, это хороший бас, это бас. Группы Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. Алекс Вебстер. У нас есть 5-струнный. Его бас в кровище, который. Он сейчас на сайте, он тоже на распродаже. А этот бас, по-моему, без кровища. Я заказал, их всего 2 было. Да, этот без кровища, но у него красные маркеры. Я его поставлю сюда вот. Какие-то, что это? А, Сеймер Данкан, звукосниматель. 5-струнник, естественно. Естественно, 5-струнник, он глянцевый. И гриф глянцевый. Такая вот красота. Вот такая вот красота. Алекс Вебстер вверху написано. Ну все, там показывать нечего. Черный бас и черный бас. Так что, кто любит играть Cannibal Corpse, время покупать этот бас. Или в кровище, если прям вообще хочется трешачок. На распродаже ищите на сайте labcourguitars.com. В разделе бас-гитары, соответственно. А, так. Два баса осталось. Так. Предпоследний бас. Евро 5. Ага, это такой же с ST. Он, кстати, будет отличаться только рисунком. Это серый, как я сказал, их 2. Black Transparent, по-моему. Оп. Вот он. Окс, да, вот рисунок другой. Рисунок другой прикольный, кстати. Не знаю, кому какой больше нравится. Сами напишите мне в комментариях,
какой вам больше нравится, первый или вот этот вот второй. И переворачиваем. Переворачиваем. Черная фурнитура. Все классно сделано. Если бы я заказывал себе бас, если бы я был басистом, я бы себе заказывал такой бас. Красиво, все стильно. Ничего лишнего. Спектры. А, вспомнил. Вспомнил, у нас заказывали ребята, я думаю, все их знают, Грамма Смузи. Украинская группа, которая играет кавера. Кавера, например, Металлики, на... и переделывают их на украинский язык и целая куча других. Так вот, они как раз заказывали американский спектр, и он есть в клипе. Вот, если помните, синий такой натуральный бас был, пятиструнный. Это наш заказ, а потом они к нам обратились его продать, помочь. Это последний бас Евро 4 RS. Что-то там Glow, непонятно. Опа. Так. Все. О. Опа. Легкий. О, кстати, это второй этот матовый. Класс, 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 класс. Мне нравится. Это прям очень легкий, кстати. Надо посмотреть, они вообще пустотелые или полнотелые. Цвет очень необычный. Похож на мои штаны в ролике. Только с синим. Не на эти штаны, на другие. На прошлых роликах можете посмотреть, убедиться по цвету этих штанов. Надо было эти штаны одевать. Вот. И сзади. Давайте покажем. Тоже, кстати, очень тонкий, узкий гриф. Так что многим понравится. Надо проверить, из чего он сделан. Непонятно, я не помню спецификации. Ладно, в общем, это последний бас. Я его так вот возьму в руки для завершения ролика. И скажу вам, чтобы вы покупали басы. Не знаю, что это за нота. О, какая-то нота. Рэп, по-моему. Вот, так что заходим на сайт, смотрим, пишем мне в личку, подписываемся на канал. Если вам нравятся подобные большие распечатки, распаковки вернее, пишите, ставьте лайки. Если не нравится, можете лайки не ставить, но подписаться на канал вы просто обязаны. Так что всем спасибо, пока, до новых встреч.